Всем привет еще раз, ребята. Не успела я выложить, что у нас здесь журналисты приехали. Тут же приехал Аким района. Знаете, что стоит говорит? Стоит говорит, короче, что эту дамбу построили вообще предприниматели, построили Акимат, тут вообще все это делал. Ну и чуть-чуть народ там упомянул. Ну, короче, в основном сказал предприниматели и что это Акимат. Про технику, знаете, что стоит говорит? Про технику стоит говорить, что полностью всю технику привлек Акимат. Прикиньте. Прикиньте, что говорит. У нас, говорит, здесь вообще проблем, говорит, стоит, нет с песком. У нас, говорит, проблем ни с чем нет. Прикиньте, стоит, что говорит. У нас, оказывается, нет проблем с песком. Только почему-то мы ездим, да, ребята, вон, скидываются, алмаз, песок покупаем, да. На точку, благо я это хожу, все снимаю. Представляете, что стоит, вот журналистам дает интервью какое? Что, говорит, у них нет проблемы, перебоев вообще. И технику все они привлекли. Техника — это местные ребята, которые здесь живут. Они согласились работать сами. Они сами сюда подтягиваются. Вот сейчас Аким района стоит и интервью дает. Что здесь, оказывается, вообще все это, они все это организовали. Капец. А что вы говорите, что перебоев с песком у вас нет? Зачем вы такое говорите? А? Ну мы уже разобрались. Зачем вы говорите, что перебоев с песком нет? Да что вы говорите? Мы за 100 тысяч песок покупаем. Мешки. Да ну, и я говорю, ребят, так там у вас не было. Мы понимаем. Так это вы должны делать, если у вас нет ничего. Капец. Хватает наглости еще такое говорить. Вчера мужики стояли, ругались. Так потому что нет на точках. Мешки, благодаря которым вот это все сделано. Смотрите, как он поставляет вопрос. Давайте, говорит, мы уйдем. Смотрите, он сейчас предлагает в режиме ЧС сделать эксперимент. Это нормально? Вы вообще понимаете, что вы предлагаете сделать эксперимент в режиме ЧС? Мы будем мериться, да, кто круче? Мы так не меряемся. Это неправильно. А никто не говорит, что я организовала. Я никогда не говорила, что я организовала это все. Зачем вы так говорите? Естественно, Подождите. Вы не обеспечиваете. Мы в Акимате даже... Мы даже не можем в Акимате их забрать у вас. Мужики вчера ездили, 1.5 часа не могли забрать мешки. И военных, естественно, мы не сможем организовать. Что вы за военных зацепились? Военных никогда в жизни ни он, ни простые люди никогда... Я еще не договорила. Делайте от души. Так это... Вообще-то это делают от души. Мои сотрудники круглосуточно здесь ходят. Я как Акимат. Дамир только ходит. У нас... Слушайте. Ну понятно, вы одного кинули и все. Я здесь, вы видите. Слушайте. У вас мешков даже нет. Мы ходили... Есть мешки? Это сейчас о Саруме привезли сейчас, это волонтерские. Ну понятно, что хотя бы, вы даже из гуманитарки солдат кормите, понимаете? С гуманитарки вы всех эвакуированных, почему? А, ну это наши дела, мы, Бишкуль потонул, вы дамбу даже построить не смогли. Вот здесь изначально не было дамбы, в смысле не свои дела? Это наши дела, да что вы говорите? Смотрите, люди, обращайтесь.
Вот смотрите, ребят, у нас еще, получается, нас всех с вами собираются говорить, что мы еще вводим в заблуждение. Мы изначально все снимали здесь, показывали, как мы эти мешки искали, да, как мы по дому их собирали, люди привозили. Вот таким районом прискакал и говорит, что, оказывается, это они все сделали, а мы здесь вообще полностью акимат все сделал, а не мы. Вот и пожалуйста. Это новый аким района у нас с адвокасов тоже. У нас с адвокасов вы меняются, один лучше, другой не лучше, блин. В общем, вот так, ребята, завтра на меня они еще собираются в полицию подавать. Ну, это, в принципе, как обычно. Они тут ходишь с ними, ругаешься за асфальт, тебя в полицию забирают. Приходишь просить детские площадки, тебя в полицию забирают. Это уже не первый раз, это мы уже знаем. Все, ладно, давайте.